Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Вы находитесь на семинаре «Визио 2016. Быстрый старт». Веду его я, Романова Инна Витальевна, MCT-тренер и поклонник программы «Визио» в последнее время. Это моя последняя любовь. По данной программе по уровню 1 была написана методичка, все было прочувствовано. Полюбила программу «Визио» и постараюсь вам передать часть своего отношения. У нас простенький вебинар. Уважаемые слушатели, те, кто вдруг подключились по расширенным возможностям, ну, вдруг такая ошибка произошла в том, чтобы, о чем, собственно говоря, вебинар. Мы рассматриваем быстрый старт. То есть купили программу, либо приобрели ее иным способом. Вы находитесь перед программой, с чего начать? Знакомство с библиотекой «Визио». Создание простой блок-схемы у нас с вами впереди. Демонстрация волшебных кнопок, которые позволяют все сразу привести в отличное состояние. Ну, а также хотелось бы дать вам часть расширенного материала о том, что можно делать гиперссылки и грамотно ими управлять. Так, а затем применение оформления одним кликом буквально. С программой «Визио» у меня связаны большие планы. Видите ли, в основном я мастер презентации и в центре специалист, позиционирую себя именно так. Весь пакет Office, особый упор на программу PowerPoint. В программе часто приходится рисовать схемы, и это не так удобно, как делать это в программе Visio, где все решается несколькими кликами мыши, например, построение организационной структуры, либо рисование каких-то бизнес-отношений. В качестве примера хотела бы продемонстрировать вам те лабораторные работы, которые делаются от самого простого варианта, ну, вот уже слегка уже закрученный вариант идет, и далее это у нас схема простая, блок-схема, схема с индикаторами, с формированием легенды о том, как цифровые данные подвязывать к схеме, мы тоже с вами учимся, но не сегодня, а уже на полном курсе. Создание организационных диаграмм любой сложности – да, без ограничения рабочей области, к тому же еще и автоматизированные диаграммы получаются. Создание функциональных схем в программе курса также описывается. Все это вот такие домашние работы, а также самостоятельные работы, которые выполняются непосредственно в аудитории. Такие работы вошли в программу курса, и каждый человек, кто создает нечто подобное, на уроке один раз, дома тренируется второй раз, закрепляет на следующем занятии уже в третий раз, уходит полноценным пользователем программы Visio после уровня 1. После уровня 1. К тому же программа практически не затрагивает другие программные обеспечения, и работая Visio, мы с вами получаем все. То есть только происходит обращение к некоторым файлам, например, к файлам Excel. Но там самый-самый простой навык необходим по работе. Методичка писана по данному курсу, совершенно роскошная, и часть методички продемонстрирована вам, и вы скачали ее в рамках одного пакета. Эта методичка описывает пошагово все действия, и вот часть методички частично мы будем пользоваться именно данным материалом, ну, показано, как оно будет, как пользоваться подобным методическим сопровождением по курсу. Очень удобно можно пользоваться, и все прекрасно происходит. Вот несколько страничек, всего 6 штук в качестве примера. Так. О чем еще хотелось бы сказать? Не бойтесь рисования, если вам предстоит вообще нарисовать какие-то бизнес-отношения и не только. Программа Visio легко в этом поможет. И тот огромный набор библиотек к вашим услугам, он будет представлен как раз и направлен на то, чтобы вы могли найти или целый набор, или отдельные элементы из набора и соединить их без проблем в единую композицию. Вот. Для того, чтобы изучить программу, вам требуется только владеть компьютером на уровне пользователя, что такое левая, правая клавиша мыши, что такое монитор, что такое клавиатура. Особое давление делается на горячее сочетание клавиш. Ну, а если вы знакомы с офисным пакетом, то программы Word, Excel не представляют из себя больших проблем. Ну, то есть основные задачи мы в них решаем. Ну, плюс еще и, конечно, все это будет уместно подвязать в программе PowerPoint. Всю программу курса, пожалуйста, посмотрите
в презентации, если вам будет интересно. Кроме того, вы можете пройти на наш сайт specialist.ru и посмотреть программу курса, и посмотреть, кто ее будет вести, когда, в каком комплексе. Я надеюсь, она вас заинтересует именно в плане быстрого старта. На этом маленькая вот эта резюмешка закончена. Я прошу вас либо запустить программу Visio с чистого листочка, либо открыть файл «Блок, схема простая», если вы успели скачать набор материалов. Если не успели, обратитесь, пожалуйста, ко мне в чат, чтобы я могла вам выслать этот набор, еще раз продублировать по ссылке. Итак, открываю блок «Схема простая». Блок «Схема простая». Неважно, в каком мы работаем с вами в документе. Этот документ может быть создан в программе или документ, который мы с вами хотим отработать только-только вот, появился у нас на экране. То есть можно как открыть, так и создать в настоящее время. В любом случае я буду показывать вам работу с первых шагов. Наиболее важная часть в программе – это при открытии у нас формируется, сейчас я ее покрашу, область под названием фигуры. Вот, если эта область теряется, убегает куда-то, вы должны знать, как ее включить, поскольку это и есть доступ к основной библиотеке. На вкладке «Вид», «Области», «Задач», давайте сначала сориентирую вас по интерфейсу. На вкладке «Вид», если вы найдете команду «Области задач», и здесь, именно здесь включается область задач под названием «Фигуры». Имейте также в виду, что все фигуры в программе стандартные, и, как правило, мы с вами не рисуем, а перетаскиваем из библиотеки нужную нам фигуру при изменении размера фигуры. А вы можете все это делать, можете менять размер фигуры. Используется область задач под названием «Размеры положения». Ее можно активировать здесь же. Хотя здесь на занятии такой необходимости у нас не будет, тем не менее размеры положения также можно включить, равно как и навигацию. Итак, области задач фигуры. Вот что нам с вами здесь нужно. Область задач мы можем с вами очищать, искать вспомогательные фигуры с помощью поиска. Каждый блок, который открыт в настоящее время, можно закрыть. Вот, например, фигуры, функциональный блок схемы. Давайте посмотрим, что у нас открыто. Фигуры простой блок схемы, фигуры функциональный блок схемы. Если вы начали работу с чистого листа, они у вас не в открытом состоянии находятся. Если вы открыли документ именно блок схема простая, то вы можете закрыть эти наборы. Правой клавишей мыши по названию набора команда «Закрыть», правой клавишей мыши по названию набора фигуры простой блок схемы «Закрыть». И вот сейчас мы с вами видим абсолютно пустой модуль. Область фигуры не содержит сейчас ничего. Кроме строчки «Дополнительные фигуры». Нажав на строчку «Дополнительные фигуры», мы получаем доступ ко всем фигурам Visio вообще. Вначале мы с вами видим основные разделы. В программе курса также описываются способы создания собственных наборов и импорт файлов из программы Archicad, из программы AutoCAD, работа с ними, их адаптация и создание из них своих собственных заготовок. То есть тема эта дальше развивается. Так, куда бы нам с вами зайти? Команда, раздел «Блок-схема». Блок-схема. И так как мы с вами собираемся формировать обыкновенную блок-схему, мы выбираем здесь фигуры простой блок-схемы. Фигуры простой блок-схемы. Получается, надо знать, куда идти, но не обязательно. Понятие «схема» или «простая блок-схема», а также остальные фигуры, все это можно найти, вот, ну, хотя бы вот воспользовавшись поиском. Если вам нужен необычный объект, вы просто его ищете, например, «человек». Печатаю я в области поиска, напечатаю «человек», нажму на клавишу «Enter», либо на инструмент «начать поиск». Вот сюда. Так, ищем. И каких только человечков он не найдет. И объемных, и плоских, и несколько человечков, и
один-одиночка и идущая женщина, вид сверху, ожидающая женщина, вид сверху, ожидающий мужчина, просто человек. Найденная вами фигурка просто-напросто перетаскивается на рабочий стол. Методика «хватай-таскай» – схватить, потащить, отпустить. На рабочую область, извините, на рабочий стол, на рабочую область. Схватить, потащить, отпустить. Схватить, потащить, отпустить. Поэтому не проблема, если мы не знаем, какой именно набор нам нужен. А ну-ка я еще попробую. Авто. Что у нас есть? Поездка есть. А если я полностью наберу автомобиль, наверное, будет больше вариантов. Ага, каких только здесь нет автомобилей. Автопарк, пожалуйста. Вид сверху автомобиль. Такой, такой, плоский, не плоский. Наземный транспорт в виде значка. Огромное количество фигур. Кроме того, библиотеки, они пополняемые. И мы можем с вами легко найти необходимые библиотеки в интернете. Есть специальные сайты, на которых мы можем получать больше подобных. Их еще называют трафареты. Так, очищаю я область поиска, нажав на крестик «Остановить поиск». Итак, по строчке «Дополнительные фигуры» мы с вами выбираем раздел, которым хотим пользоваться. Мы выбираем его щелчком мыши и далее включаем подраздел, которым собираемся пользоваться прямо сейчас. Разные фигуры блок-схем тоже интересно. Ненужные разделы, нам утратившие актуальность комплекты фигур, закрываются правой клавишей мыши, командой «Закрыть». Ну, пока оставим с вами фигуры простой блок-схемы. Согласно образцу, нам потребуется нечто подобное вот, создать. Схемка. Такая стандартная бизнес-схемка. Это наш образец. Если нет охоты печатать, можно этого не делать. Основной упор мы с вами сделаем на то, как схему сделать из основных объектов. В целом, сформировать ее, а также на выравнивание и упорядочивание объектов. На этом цели по работе с данным файликом у нас будут достигнуты. Файлик, который вы открыли, специально разделен на две части, таким образом, чтобы вы могли ориентироваться на образец и далее выполнять действия, если вам удобно, на широком экране. Вот. Перед началом работы проверим. Проверим готовность вашу к работе на вкладке «Вид». У нас, давайте проверим, стоит ли эта галочка на вкладке «Вид». На вкладке «Вид» галка «Автосоединение». По умолчанию галка не стоит, и если вы ее поставите, вы обеспечиваете себе динамический способ создания вашей будущей композиции, а именно фигуры можно соединять стрелочками, а можно и использовать автосоединение. Так, рассмотрим и такой вариант. Каждая фигура, если мы с вами пользуемся фигурами простой блок-схемы, обладает символизмом. Брать любую фигуру технически можно, но считается эта схемка уже неправильной. Например, такая фигурка в виде скругленного прямоугольника, ну, можно назвать, даже условно назвать ее овалом, начало и конец, перетаскиваем мы с вами ее методикой «хватай, таскай», то есть схватили в библиотеке, перетаскиваем на лист, располагаем в верхней части. Подобная фигурка не может находиться в середине вашего процесса. Она символизирует собой либо начало, либо окончание вашей задачи, и поэтому мы ее с вами переносим первой. Если у нас стоит галочка «Автосоединение», то мы можем навести курсор на фигуру. Если, кстати, вот эти вот маркеры иногда не появляются, маркеры в виде стрелочек голубого цвета, если вдруг они не появляться не будут, попробуйте снова щелкнуть на нейтральной рабочей области, а затем подвести курсор снова к маркеру. Так, маркер должен показать нам объекты, которые могут появляться далее. Четыре стандартных элемента. Это первые элементы, которые находятся у нас вот здесь. Порядок, конечно, можно менять, если хочется. Так.
Выберем с вами фигуру, которая идет следом. Эта фигура будет называться у нас прямоугольник. Определяется она как процесс, как этап процесса, выглядит как прямоугольник. При выборе данной фигуры мы делаем с вами подтверждающий щелчок мыши. Если так получилось, что стрелочки не появляются, прям отказываются появляться, то достаточно просто перенести фигуру процесса на рабочую область и поставить ее вот сюда. Методика та же, хватай, таскай. А позже данные элементы будут соединяться у нас стрелочками. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Далее мы с вами создадим еще одну такую фигуру, согласно образцу. Так, следующая фигура будет у нас в виде ромба. Следующая фигура в виде прямоугольника. Еще одна фигура в виде прямоугольника создается следом. Так, ну, таких у нас получается 1, 2, 3, 4 штуки. 4 прямоугольника создаются. Следующий и еще раз следующий. Последняя фигура у нас снова будет фигура овала. Вот. Подобная композиция могла быть создана и без динамического способа в работе, и поэтому для демонстрации стрелочки я, пожалуй, просто удалю, чтобы создать вот эту самую имитацию. И вас прошу этого сделать. Даже если все получилось, давайте мы с вами поудаляем лишние стрелочки клавишей Delete на клавиатуре. Для этого нужно просто хорошо попадать. Клавиша Delete на клавиатуре нам будет помогать. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем. Печатать внутри фигур как-то не особенно мне интересно, но ну, давайте попечатаем внутри хотя бы одной фигурки. Для этого достаточно щелкнуть по верхней фигуре и ввести текст непосредственно с клавиатуры. Оформлен договор на поставку. Текст внутрь фигуры вмещается по образцу также, также. И так мы можем с вами печатать внутри любой фигуры. Щелкнуть один раз и можно начать печатать. Можно для любителей щелкнуть дважды и также начать печатать. При двойном щелчке у фигуры появляется курсор. Может быть, так психологически легче, что можно печатать внутри данного объекта немедленно. Если автосоединением мы с вами не пользуемся и стрелочки не образовались, то возникает вопрос, как эти стрелочки прорисовать самостоятельно. На вкладке «Главное» будет находиться необходимый нам инструмент, и сейчас я его особо отмечу. На вкладке «Главное» инструмент под названием «Соединительная линия». Активируется инструмент также сочетанием клавиш на клавиатуре «Ctrl-3». Нажав на инструмент «Соединительная линия», вы от одной фигуры к другой фигуре, ориентируясь при этом на привязку на реперные точки выделения зеленого цвета, ведем с вами линию от одной фигуры к другой фигуре и соединяем с вами последовательно все фигуры друг с другом. От каждой фигуры к другой фигуре. Инструмент ни в коем случае нельзя оставлять включенным. Он выполняет строго свою определенную задачу, формирует соединительные линии, и от него избавляемся. Нам нужно обязательно переключиться либо сочетанием клавиш, либо просто щелкнуть по инструменту указателя. Это основной инструмент для выполнения операций по трансформации, по перемещению, а также по действиям на ленте. Инструмент указатель. Так. Дополнительные соединительные линии у нас формируются... нет каких-то особых здесь проблем при формировании. Просто взяли, потащили, отпустили. Ну, действую согласно образцу. На соединительных линиях можно, кроме того, еще и печатать. Щелкнув по соединительной линии, мы с вами напишем договор на поставку. Все получается.
разрыв формируется автоматически, ничего не приходится при этом делать. На вертикальных линиях также можно печатать. Например, здесь. Текст внутри фигур мы можем с вами перемещать, но только специальным инструментом. Самые важные вообще инструменты по работе с видео сосредоточены на вкладке «Главное» в группе «Команд инструменты». Недаром под них горячее сочетание клавиш мы учим целой группой и тренируем. Это инструмент «Указатель», уже известный вам как Ctrl-единица, горячее сочетание клавиш. Это инструмент «Соединительная линия», известный вам как Ctrl-тройка. Инструмент «Текст», который позволяет напечатать надпись не только внутри фигуры, но и за ее пределами, создав самостоятельный блок текста. А также еще один инструмент под названием «Блок текста», который я сейчас и буду включать. Я буду включать инструмент блок текста для того, чтобы выполнить одну специфическую задачу. Я напечатала текстом «счет не утвержден», но при этом мне не очень нравится положение текста относительно линии. И чтобы решить этот вопрос, я щелкаю по надписи. Не попало. Щелкаю по надписи, вернее по линии соединительной, и включаю инструмент блок текста. Включив инструмент, я имею возможность сейчас отодвинуть текст от линии. Причем линия у меня не двигается, а текст по-прежнему ей принадлежит. Воспользовавшись маркером поворота, для этого надо просто направить на него курсор, я могу повернуть надпись против часовой стрелки и, ну, скажем, вот так вот ее передвинуть. И именно так я хочу, чтобы отображался мой текстовый блок на линии. И он по-прежнему с ней связан. То есть, если я буду эту линию отвязывать, перемещать ее ниже, видно, что текст переносится вместе с ней. Инструмент блок текста таким образом позволяет мне изменять положение текста, которое по умолчанию выглядит у меня как стандартное положение, изменять положение текста как относительно фигуры, так и относительно соединительных линий тоже. Полностью вносить текстовую информацию мы сюда не будем. Можно сказать, что как достаточно. Хотя еще понадобится дополнительный инструмент, такой как инструмент у нас называется выноска. Вот. Согласно образцу, у нас есть парочка текстовых блоков, которые декоративным образом отделяются от блоков текста. И это нарисовано специальным образом, то есть такие вот у нас готовые уже вещи есть. И хочу продемонстрировать вам хотя бы один вариант. Щелкните, пожалуйста, по любой из фигур. Ну, если ориентироваться на образец, это будет фигура, располагающаяся у нас от треугольника, от ромба, от решения. Вторая по счету от ромбика. И по отношению к данной фигуре мы с вами формируем выноску. Выноска находится на вкладке «Вставка». На вкладке «Вставка» так и называется инструмент «Выноска». Так. Выноску возьмем с вами, да, в принципе, можно брать любую, какая разница. Разницы особенно нет, там, то есть любой вид нас здесь может устроить. Выноску можно также отодвигать, увеличивать ее, уменьшать и сразу же печатать текст внутри. Двойным щелчком внутри выноски мы переходим уже непосредственно к печати. Инструмент от поставщиков давайте напишем. Инструмент от поставщиков. Так выглядит выноска. Служебный вид текста, который прикрепляется непосредственно к фигуре. Выполняется действие от фигуры. Давайте еще раз попробуем с другим блоком. Так, щелкнуть по блоку. Далее команда выноска. Выбрать вид выноски. Выноску отодвинуть на небольшое расстояние от схемы, чтобы она не мешалась. И сразу же печать клавиатуры. Требования. Ну, полностью всю фразу печатать не буду, одно коротенькое слово. Требование. Если
Нечаянно мы наблюдаем смещение элементов схемы. Вот так. Кто немножко влево, кто немножко вправо. Вот расстояние слегка надо вот поменять. Ну вот слегка окривела схема, окосела. Вот. Ну вот, например. Такое может случиться в работе нечаянно. Ну, слегка подвинули или создавали схему рукотворную, но создали ее как-то не совсем удачно. С помощью автосоединения это делается всегда классно, а с помощью ручного переноса могут быть какие-то искажения. Для этого, для того, чтобы быстро навести порядок, все элементы схемы у нас выделяются. Конечно, полноценное выравнивание объектов делается с помощью других процедур, но я сейчас покажу волшебные кнопочки. На вкладке «Главное», выделив все элементы схемы, вы можете наблюдать такую команду, как «Выровнять». Вкладка «Главное», команда «Выровнять». В ней есть то, чего очень сильно не хватает в такой программке, как, например, PowerPoint. Это автоматическое выравнивание, которое не всегда работает удачно, но по отношению к нашей простой схемке все будет хорошо. Ну, как бы вариант «до», «как было», «как стало». И еще раз. «Было», «стало». При этом что мы сделали с вами? Мы всего лишь выделили все элементы схемы и нажали на одну единственную кнопочку автовыравнивания. Если нас не устраивают промежутки между объектами, я имею в виду, что где-то большие, где-то маленькие промежутки, что также наблюдается в рукотворной работе, мы идем в соседнюю кнопку под названием «Положение». Вот они, две кнопки. Одна «Выровнять», другая «Положение». И в кнопочке «Положение» выбираем с вами автоматическое определение интервалов. Таким образом, у нас всегда будут равные расстояния между элементами схемы. Итак, «до» – явный недостаток. «После» – еще раз. «До» – «после». Разумеется, мы можем с вами применять другие техники выравнивания, не обязательно пользоваться автоматическим выравниванием, не обязательно пользоваться автоматическим определением интервалов, но эти вопросы мы уже будем разбирать на расширенном курсе. Что касается применения оформления, дело всего лишь в нескольких нажатиях кнопки, левой кнопки мыши. Работаем мы с вами сейчас в самом строгом дизайне, который называется «Простая тема». Но выбрать-то можно все, что угодно. Можно на вкладке «Конструктор» сейчас оказаться и выбрать дизайн себе по вкусу. Обратите внимание на варианты работы от руки, сделанные небрежно, как будто бы маркером, карандашом, либо ручкой. Это указывает, как правило, на черновой характер работы, на набросок. Очень модно в последнее время. Можно выбрать варианты со сложной текстурой, но они слегка усложняют восприятие. Я поклонник более таких флетовых, плоских и ярких решений, чтобы все было понятно, что, ну, остановиться можно на чем-то, ну, хотя бы вот на этом можно остановиться. Главное – читабельность. Главное – читабельность. Это еще не все. На вкладке «Конструктор», на которой вы находитесь, можно также выбирать такое понятие, как «подложка», «подложка», «подложка». Формировать собственные подложки легко очень в этой программе. И можно создать себе мастер-пейдж-страницу и делать на ней все, что угодно. Есть также второй элемент под названием «рамки и заголовки». Рамки и заголовки, и вся наша схема будет украшена дополнительными элементами в виде заголовочка, а также даты. Для этого нужно еще и всю схему слегка ниже поставить. Так. Ну, можно и не делать рамку. Можно делать, можно не делать. Откройте, пожалуйста, файл под названием «Гиперссылки». Файл «Гиперссылки» в папочке «Семинар основы Visio». Это как раз-таки та часть курса, которая у нас отображена в методичке, вернее, в той части методички, которая у нас идет в качестве примера. Так, есть.
Мы не будем здесь работать с фигурами, мы поработаем здесь понятием гиперссылка. Здесь мы наблюдаем комплексы центра специалист. Информация не совсем актуальная по нашему центру. Ну, я имею в виду, что, скорее всего, может быть, перестановка кадров произошла. Поэтому так вот не относитесь к ней, что вот. Скажем, Мазурик Юлия у нас, по-моему, работает уже не в комплексе Бауманский. Это не важно, это не важно. Выберем с вами фигуру в правом верхнем углу. Для управления масштабом, так же, как в Word, в Excel, вы используете правый нижний угол, а также полосы прокрутки позволят вам приблизить именно нужный фрагмент. Так, и щелкните, пожалуйста, по фигурке. Вот она. Собираемся мы сюда привязывать несколько гиперссылок. Параллельно я буду просить вас запустить интернет на нашем сайте специалист.ру. Любой браузер. А поскольку мы собираемся делать интернет-ссылочку, нам выгоднее сначала найти нужную страницу, и я вас приглашаю туда идти следующим образом. На нашем сайте я прошу перейти в основном баннере наверху по ссылке о центре, так, и в нижней части выбрать Бауманский сейчас оформляем. Учебный комплекс Бауманский. О центре, и там внизу учебный комплекс Бауманский. Так, вот она у нас информация. Затем я прошу вас щелкнуть непосредственно по адресной строке и любым удобным для вас способом скопировать информацию в буфер обмена. Скопируйте, пожалуйста, отображаемый адрес в адресной строке. Можно как вариант правой клавиши мыши команды копировать. Или Ctrl-C для любителей горячих клавиш на клавиатуре. Сверните, пожалуйста, интернет-страничку и продолжим работать видео. Что примечательно, здесь возможности таковы. Что такое гиперссылка, вы знаете. Гиперссылки есть в Word, в Excel, в PowerPoint. А здесь мы можем создать несколько гиперссылок. Несколько гиперссылок на один и тот же объект. Честно сказать, я такое видела в первый раз вообще по работе с офисными приложениями в первый раз. И сейчас у нас будет первая гиперссылка. Для вызова гиперссылки вы можете использовать один из трех, наверное, способов. Это щелчок правой клавиши мыши и команда Ctrl-K на клавиатуре. Это правой клавиши мыши, извините, и команда гиперссылка, либо Ctrl-K на клавиатуре. Ctrl-K, Ctrl-K. Работает и в Word, в Excel, и в PowerPoint тоже, кстати говоря. Так, щелкнуть по объекту Ctrl-K. Или правой клавиши мыши команда гиперссылка. Команда гиперссылка также находится на вкладке «Вставка». Вот она, команда гиперссылка. Можно выполнить и так, и так. Неважно, откроется факт одно и то же окошко. Гиперссылка. Так, и далее мы с вами продолжим оформление гиперссылки, а именно нужно вставить информацию в поле адрес, Ctrl-V, пожалуйста, на клавиатуре, в то, что мы с вами скопировали с адресной строчки. Субадрес оставляем пустым, а вот в описании желательно написать «Информация на сайте». Маленькая, большая буква, это не важно совершенно. Главное, чтобы у нас красиво отображалось это так, как мы хотим, чтобы мы были довольными, чтобы отображалось красиво непосредственно во время использования уже гиперссылки. И далее подтверждаем с вами создание гиперссылки кнопкой «Ок». Если на объекте есть гиперссылка, то мы видим специфическую позицию курсора на глобус. Данный изображен на курсоре с такой маленькой подвязкой. И удерживая клавишу Ctrl и щелкая по нашему элементу, гиперссылка немедленно запускается, как это происходит в программе Word, как это происходит в программе Excel. Ну вот, собственно, у меня на другом окне запустилась информация о комплексе Бауманской, как бы работает.
А что еще? По отношению к выделенной фигуре я прошу еще раз выполнить команду правой клавиши мыши и на сей раз команду «Изменить гиперссылки». Если вы используете горячее сочетание клавиш, то можно Ctrl-K по-прежнему нажимать. Так. Нажмите, пожалуйста, на кнопку «Создать», чтобы у нас была еще одна гиперссылка. И на этот раз мы с вами собираемся использовать файл. Но чтобы было понятно, это же наш файл. Мы собираемся делать ссылку на другую страницу. Я даже отменю сейчас это окошко. Хотите, отмените вместе со мной, покажу, в чем дело. Устройство данного файла таково, что у нас есть дополнительная страница, страница 2. Вообще в программе Visio мы получаем файлы, которые состоят из нескольких страниц. Ну, пределов-то я вам не скажу, а вообще страниц можно создать сколько угодно. Мне, по крайней мере, хватало. Вот, страница 2 имеется, я собираюсь ссылаться сейчас на эту страничку, чтобы я со страницы 1 могла перейти на страницу 2 интерактивным образом. Таких страниц могло быть гораздо большее количество, здесь мы просто имеем информацию только по одному комплексу, а можно было создать подобные странички по всем комплексам. Итак, на странице 1 снова, давайте вернемся к работе непосредственно, нам нужно с вами щелкнуть по фигуре, и Ctrl-K на клавиатуре. Кнопка «Создать». Я повторяю ту процедуру, которая была выполнена ранее. И далее используйте, пожалуйста, кнопку «Обзор», но только не кнопку «Обзор» для указания постороннего файла. Нет. Мы с вами нажимаем на кнопку «Обзор», которая у нас находится напротив поля «Субадрес». Так вы поступаете в том случае, если вам нужна внутренняя гиперссылка. Страницу выбираем с вами, страницу 2. Масштаб, давайте выберем с вами страница. Это означает, что нам будет отображаться при любом раскладе страница целиком. Масштаб дело тонкое, да, вот страница 2 и подтверждаем страница. Поле фигуры оставляем пустым. Далее, окей. Угу. Описание. Давайте напишем с вами информация о комплексе. Информация о комплексе. Окей. Теперь, когда мы подведем курсор к фигуре и, удерживая клавишу Ctrl, щелкнем по фигуре, нам будет доступна не одна гиперссылка, а сразу две. Уже не удерживая клавишу Ctrl, вы можете щелкнуть на информацию о комплексе, и так вы переходите на страницу 2. Вернитесь, пожалуйста, к первой страничке документа. Наконец-таки есть у нас еще и третья возможность. Мы можем с вами указать путь к конкретной фигуре. Например, на странице 2 есть блок, который такой выделен голубым цветом, оформлен. Я хотела бы еще и вот на него ссылаться, конкретно на него. И для того, чтобы он был крупным на весь экран, я собираюсь сделать третью гиперссылку. При этом мне сначала надо узнать, как зовут эту фигуру. Имя, причем настоящее имя, которое у меня в программе прописано не абы где, а придется достать специальную вкладочку по работе. Давайте попробуем. В меню «Файл» я вас буду приглашать. Вот сюда. В меню «Файл». В меню «Файл» мы выбираем с вами кнопку под названием «Параметры». Так мы переходим к параметрам программы Visio. Затем слева раздел «Интерфейс». Настроить ленту, и включаем галку на вкладке «Разработчик». По умолчанию эта галка находится в отключенном состоянии. Если вы уже ставили галочку туда один раз, второй раз ставить не надо. Еще раз, файл, параметры, раздел «Настроить ленту», галочка стоит на «Разработчике». На этом мы с вами подтверждаем действие команды «ОК». Так, вкладка «Разработчик» появилась. Она необходима нам в работе для выполнения логических операций с фигурами, для того, чтобы снимать блоки с фигуры, для того, чтобы пользоваться моделью VBA, вход сюда в Visual Basic for Applications находится, и для того, чтобы управлять наборами. Вот. Столько всего нам информации не нужно, конечно. Мы здесь просто узнаем имя фигуры. На странице 2 мы щелкаем по голубой фигуре, и на вкладке «Разработчик» ищем с вами команду «Имя фигуры». Вкладка «Разработчик», «Имя фигуры».
Ну, как-то называется. Как-то называется. А давайте мы ее с вами обзовем контакты. Можно переименовать, в конце концов, фигуру? Да, конечно, можно. Имя. Контакты. И подтверждаем с вами действие команды ОК. Вот теперь мы можем с вами на нее ссылаться. Переименование было не обязательно, но это очень будет удобно. Переходим с вами снова на страницу 1 и приступаем к окончательному выполнению упражнения. Щелкнув по фигуре Ctrl-K, вызываем с вами окошко по-прежнему создания гиперссылки. Ну или через правую клавишу мыши команды «Изменить гиперссылка». Нажимаем на кнопку «Создать». «Создать». В субадресе используем кнопку «Обзор», адрес не заполняем. Используем кнопку «Обзор» в поле «Субадрес». Страницу 2 мы с вами выбираем, а вот фигуру мы прямо прописываем как «Контакты». Фигура «Контакты». А масштаб давайте выставим процентов 200, будет неплохо. Фигура «Контакты». Окей, окей. Описание. В описании мы тоже напишем контакты. Угу. Подтверждаем с вами действие команды ОК. Ну и посмотрим, получилось или нет. Щелкнув, удерживая клавишу Ctrl по фигурке, традиционным образом мы выбираем с вами контакты. И мы должны оказаться на второй странице, и мы должны быть приближены именно к данной конкретной фигуре. Все получается? Это вот маленькие-маленькие прелести того, что мы можем получить с вами в рамках первого уровня программы. И все делается достаточно так быстро. Даже те, кто программу освоил самостоятельно и уже умеет в ней хорошо ориентироваться, могут рассматривать наш курс как, во-первых, автоматизацию. Рада буду вам посоветовать ссылку, ну, совет такой, смотреть еще один бесплатный семинар по Visio, также мой семинар, семинар по автоматизации внешних данных. На нашем сайте специалист ТВ вы можете найти этот семинар, и там рассказано о том, что мы можем с вами в качестве источника файла выбрать программу Excel, и на основе данного источника автоматически формировать организационную структуру предприятия. Кроме того, можно связаться с Excel так плотно, что изменения в Excel-евском файле приведут к тому, что у вас будет меняться картинка. То есть движение человека по организации будет отображено как повышение, либо перевод в другой отдел, либо будут образовываться новые должности и вакансии. Оставаясь в этом же документе, последние 5-10 минут от нашего вебинара хотела вам дать представление о том, что такое мастер-пейдж, что такое фон Visio. Такая страница есть у вас, называется она фон Visio, буквально так и звучит, и отображается она в нижней части. Это нерабочая страница Visio. Если бы я проводила бы параллели с графическими программами, такими как Corel, я бы назвала бы ее мастер-пейджем. Или фон Visio 2 здесь есть еще. Есть фон Visio 1, есть фон Visio 2. Вот как так получилось, что два фона? На странице 1 у нас с вами, например, нет шапочки, на странице 2 шапочка уже имеется. Учебный комплекс Бауманско-Красносельский. А можно ли создать свою собственную мастер-пейдж страничку? Конечно, можно. И ее можно применить абсолютно к любой странице. Либо к первой странице, либо ко второй странице. Итак, есть понятие «рабочие страницы» в программе, а есть понятие «фоновые страницы» в программе. Фоновые страницы не демонстрируются, не показываются, они просто служат своего рода подложками. Итак, если вы хотите создать собственную фоновую страничку, вы нажимаете на элемент в виде плюса, ну как в Excel, вставка страницы. Вот, появилась у нас страница 3. Страница 3. Дальнейшее управление происходит в контекстном меню. Правой клавишей мыши мы с вами щелкаем непосредственно по странице 3 и выбираем команду «Параметры страницы». Здесь в этом мастере нам нужно с вами объяснить, что это подложка, что это не рабочая передняя страница. Вот мы с вами и выбираем соответствующий тип. Подложка. Имя можно как-нибудь прописать. Мой фон, например. Мой фон. Так, подложки у нее нет,
чтобы мы с вами работали с чистого листа. Это, пожалуй, все. Тип, подложка, имя не обязательно. А что у нее нет подложки, тоже выбираем короткое слово «нет» в списке. Нажимаем на «Ок», и вот страница у нас с вами «Мой фон», так она и называется, образовалась в нижней части, прописана курсивом, как и остальные фоновые страницы. Далее мы сюда можем вставить, расположить абсолютно любые элементы. Эти элементы могут быть полностью графическими, эти элементы могут содержать поля, могут содержать рисунки. Например, на вкладке «Вставка» я нажимаю на команду «Изображение из интернета» и напишу «Бауман». Можно полностью МГТУ имени Баумана. Как интересно, какие-то ассоциации вот есть вот с нашим «Ага». Подходящая мне картинка будет расположена в списке разрешенных, ну, лицензия Creative Commons говорит об этом, в списке разрешенных изображений, я ее вставляю. Подойдет любая пейзажная фотография. Лишние части изображения мы можем с вами устранить с помощью команды «Обрезка», которая возникает на временной вкладке «Формат». Мне-то всего требуется обрезать изображение так, чтобы оно умещалось на рабочей области. Закончить обрезку можно повторением команды, нажать еще раз на кнопку «Обрезка». То есть вот что мне нужно. Ну, мы, конечно, понимаем, что сплющивать изображение категорически не рекомендуется, поэтому мы так аккуратненько и выполнили работу. Можно увеличить яркость, можно увеличить контрастность, можно вообще довериться программе, нажав на кнопку «Автобалансировка». Но то, зачем мы с вами сюда пришли, зачем мы с вами охотимся, находится немножко поглубже. В группе команд «Настройка», когда ваш рисунок выделен на вкладке «Формат», у нас есть следующая кнопка. Она открывает дополнительные возможности по работе с рисунками. Кнопка «Расширенной настройки» или «Формат рисунка». Прозрачность. Прозрачность изображения мы можем с вами повысить. Ну, давайте процентов 50 установим, чтобы фон был прозрачным. Окей. Фактически получается просто такой бледноватый вид. Бледненький. Прозрачность. Окей. Дополнительные декоративные элементы мы можем с вами взять на вкладке «Главное». На вкладке «Главное» такой популярный инструмент в работе, как прямоугольник обыкновенный или Ctrl-8 включается, позволит нам сформировать дополнительные области. Вот прямоугольник можно использовать для создания шапочки, использовать абсолютно любой стиль для его окрашивания, либо просто использовать команду «Заливка». Прямоугольник на вкладке «Главное» в группе команд «Инструменты». Прямоугольник сверху, прямоугольник снизу можно нарисовать, установить точно их размеры, контролировать наличие и отсутствие контура, добавить декоративные эффекты. Если вы умеете работать с примитивным вектором, то вы оцените этот способ в работе. Простенько, простенько. Сопоставимо вообще с любыми офисными программами. Растягивать нехорошо, но прям чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Текст можно вносить с помощью команды «Вставка, надпись», она же текстовое поле. Декорирование надписи, ее внешний вид, все это контролируется на вкладке «Главное». Вставка, текстовое поле. Вставка, текстовое поле.
вставка, текстовое поле и дальнейшее размещение где угодно. Примечательно, что такого понятия, как вставить дату или номер страницы, мы подобного предложения здесь не видим. Но, тем не менее, вы можете пойти другим путем. И в начале, да, вот связка из двух действий показываю. В начале вы можете сформировать текстовое поле небольшое. То есть нам нужно оно нужно всего лишь как емкость. И когда вы сформировали текстовое поле на вкладке «Вставка», ну, методика просто нарисовать по такому типу. Выполните команду поле для того, чтобы вставить объект по типу даты или номера страницы. Команда вставить поле. Сначала текстовое поле, действие первое, и курсор находится внутри. Затем второе действие, команда поле. Выполнив команду поле, давайте мы выберем раздел дата и время. Текущая дата и время. И окей. Команда поле заменяет собой такие команды, как команду дата и время вы наблюдаете, скажем, в программе Word или в программе PowerPoint. Вот, номер страницы вы формируете, например, как колонтитулы в программе Excel, вот, или в программе Word, опять-таки. А здесь видео все это делает команда поле, с которой мы очень тесно знакомимся на курсе. Ну, что дальше-то делать? Страница есть, а вот куда ее теперь применить? Перейдите, пожалуйста, на страницу 1. Щелкните по странице 1 в контекстном меню здесь, вот здесь, вот здесь. Вот. Щелкните, пожалуйста, в правой клавише мыши, выберите команду «Параметры страницы». В настоящее время мы видим, что в странице 1 применена такая-то подложка, называется «Фон Визио 1». А мы хотим применить нашу подложку, и замена подложки производится непосредственно из списка подложек. Через стрелочку разворачивается и выбирается «Мой фон». Применяем. Что-то она у нас по размеру как-то странно подходит. Так, «Мой фон», «Мой фон». Так, что-то «Видюха». Так, или смотрим размеры. Так, размер А4. Здесь у меня какой размер? А4. Так, что не так? Это только у меня проблема или у всех так? Ну, подойди, я посмотрю. На, картинка. Ну, это не важно. Самое, да, посмотрим, применяется, не применяется. Фон 3. Окей. А, ну, ну, ну да. Так. Так, что-то у меня она не хочет применяться так, как мне нужно. Почему она не хочет применяться? Давайте посмотрим. Параметры, фон. Есть, есть, есть. Так, мой фон, давайте посмотрим параметры страницы. Так, все хорошо. Так, какой-то глюк маленький. Уважаемые слушатели вебинара, как получилось у вас? Применилась страница, не применилась страница? У меня здесь, пожалуй, у меня здесь просто проблемы с размером рабочей области. Так-то, наверное, все и хорошо. Я даже хочу убедиться в этом, посмотрю разрывы страниц. А, ну да, конечно, конечно. Я просто не прохожу по размерам. Мне нужно всю эту схемку уменьшить. Да, и тогда, конечно, получится. Просто не прошла по размерам. Да. Ну, теперь другое дело.
Есть такая подлый момент в программе Visio, это когда человек рисует и при этом не чувствует, какие размеры у него участвуют в работе. В таком плане, конечно, лучше сразу ограничить себе работу тем, что вот эту команду снимать. На вкладке «Конструктор» всегда по умолчанию включена кнопочка «Автоподбор размера». Она позволяет, исправили, Елизавета, вижу, да. Вот эта кнопочка позволяет двигаться человеку в любом направлении, когда он работает со схемой, он вообще не чувствует никаких пределов. Хочу работу в одну, в другую сторону, а лист все расширяется и расширяется. Проблемы будут потом. Проблемы возникают тогда, когда надо уже все это, скажем, печатать или все это надо вставлять в PowerPoint. Вот тогда только люди и заботятся о размерах. Так что, когда открываете программу Visio, желательно эту кнопку сразу снимать, чтобы работать в конкретных размерах, если вы планируете затем ваш продукт перемещать или публиковать иным способом, ну, там, вставлять в презентацию или распечатывать. Если собираетесь выводить на сайте, то, конечно, размеры это не так важно. На вкладке «Вид», кроме того, позволяет вам увидеть, сколько листов формата А4 у вас умещается на рабочей области. Вот эта галка «Размеры, разрывы страниц». Разрывы страниц. Так. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы с вами закрываем, пожалуй, данную схемку. Это был вебинар у нас по простым возможностям. Назывался он «Быстрый старт». Цель данного вебинара – объяснить, что программа Visio – это простая, удивительная программа в подходе с огромным количеством профессиональных шаблонов, в которой легко сделать первые шаги и даже профессиональные задачи ставить по комплексному рисованию и решать эти задачи совсем, совсем несложно. Я вас приглашаю на наш полный курс Visio. Вам большое спасибо за вашу работу. Спасибо большое, что присоединились. Ну, на сегодня все.